знаете, кто такой Александр Полежаев? Нет. Нет. Сейчас читаю, подождите. Что армию он не любил, самовольно покидал полк и подвергался телесным наказаниям. Жалко его было, конечно. Особо ловкие респонденты успевали находить ответ прямо во время опроса. О том, что в честь Александра Полежаева в Саранске названа целая улица, известно многим. А вот кто это, знают далеко не все местные жители. И уж тем более немногие приходят к его барельефу на Аллее Славы 11 сентября, в день рождения поэта. Звучат его стихи в оригинале. Стихи читают в переводе на мордовские, мокшерзи языки. Посещение. Наш земляк, посещаем, читаем от души. Александра Пушкина знают многие, что не скажешь об Александре Полежаеве. Но две эти исторические личности объединяют не только одинаковое имя и род деятельности. Жили и творили поэты в одно время. За вольнодумную поэму «Сашка» Александр Полежаев был отправлен самим императором Николаем I в Бутырский пехотный полк. Об этом и других фактах из его биографии могут рассказать музеи Полежаева при Рузаевской школе, ученики которой хранят память о своем земляке. Последний наш проект был под названием «Один из рода Струйского». Мы занимались этим проектом, наверное, больше 2 недель. Мы поехали дальше на фестиваль, и мы заняли там 1-е место. 14 мне очень нравится стих. Это вот тот, который мы читали. Да. Мы его специально выбрали, потому что он больше всего нравился. Возможно, если бы стихотворение Полежаева включили в школьную программу, о нем знали гораздо больше школьников. А пока память о поэте хранят ученики из Рузаевки, откуда родом Александр Полежаев. Он прожил недолгую яркую жизнь, всего 34 года. Арина Мелешкина, Игорь Гангаев, «Наши новости».